Рой Джекер ожидает вас. Алин, руби. Это моя дочь, Джун. Она исчезла, и ее соседка по комнате тоже. Декан сейчас будет. Он покажет вам запись. Она пыталась его отключить. Андроид стал защищаться. Деактивировать! Игнорируя первый закон робототехники. Что Джун сделала с андроидом? Джун подозревали в проституции. У вас работают люди. У нас только роботы, но мы считаем себя на 100% людьми. Вы согласны, месье? Программа, которая полностью контролирует роботов. Мы видели, что бывает, если дать им свободу. Все назад! Снаряд! Алин, я иду! Марс-экспресс. Кино с 8 мая.